Майнкрафт, но весь инвентарь заблокирован. Сегодня весь мой инвентарь оказался заблокированным, и теперь я не могу подбирать предметы, использовать предметы, крафтить предметы и вообще ничего не могу. И для того, чтобы открыть слоты инвентаря и получать за них суперспособности, нам придется с вами выполнять сложные и опасные задания. Но смогу ли я разблокировать весь инвентарь? Смотрите до конца, и вы все узнаете. Окей, и что мне делать теперь с этим заблокированным инвентарем? Я вообще ничего в руках держу. Держать сейчас не могу, кроме вот этих барьеров. Окей, давайте тогда разбираться, как же нам все-таки с вами от них избавиться. Слот заблокирован. Чтобы разблокировать слот, пройди 1000 блоков. Нифига себе, Ладно. Скрафти плавильню, уничтожь 13 куриц, отправься в ад, добудь 9 алмазов. Я понял, мы с вами это 100% не сможем сделать. Но, по крайней мере, все слоты, которые заблокированы с помощью крафта, мы это с вами 100% не сможем сделать. Потому что мы с вами вообще ни один блок держать не можем. Поэтому я думаю, то, что самое простое для нас это уничтожить куриц сейчас. Всего лишь 13 штучек, но мне кажется, мы с вами справимся, если все-таки найду хотя бы одну. Вот вроде как мобов очень много, а вообще никого. Кого не вижу из нужных. Куда все курочки подевались, я не понял. Давай хотя бы одну. Так, одна курочка есть. Вторая. Вернись сюда. Третья. Мне кажется, пока я буду этих курочек искать, я уже разблокирую вот этот слот. Не убегай от меня, не убегай от проблем. И тоже не убегай. О, один удар. Спасибо. Я уже сбился со счета, сколько курочек я уже победил. Но нужно найти еще 100%. Вот это то, что надо. Очень много курочек. Да сколько вообще можно-то их уничтожать, а? О, все, отлично. Поздравляю, ты разблокировал слот инвентаря. Ты не получаешь урон от падения. Чего? Окей, я, кажется, получил какую-то суперспособность. И теперь я якобы не получаю урона от падения и... Я реально не получаю урон. Какие тут еще есть задания? Скрафтить плавильню, но мы с вами это 100% сейчас не сможем сделать. Отправиться в ад тоже не сможем. Алмазы, уничтожение 3 эндерменов, коптильня, 7 сквидвардов. Кстати, можно. Заполучить 18 тинти и съесть 8 жареной свинины. В принципе, со свининой это звучит довольно-таки легко. Только нужно бы найти себе печку какую-нибудь. И даже кузницы нет. Да вы издеваетесь. Ладно, тогда у меня есть одна небольшая идея. Добываем сейчас побольше. Больше бревен, делаем себе верстак, делаем себе топорик и идем расправляться со сквидвардами. Оставляем досок на топор и просто начинаем делать. Топор готов. Отлично. Это все придется здесь пока что оставить, а самому мне придется отправиться за свинюшками. Так, и сколько всего у нас здесь с вами получается? 2 штучки. Маловато. Кстати, есть одна идея, чтобы далеко нам с вами не бегать. У нас же все-таки с вами всего лишь один слот пока что свободен. Делаем себе сундук, ставим его сюда и все остальное складываем сюда, в него. Самое простое задание для нас сейчас это расправиться со сквидвардами. И я, кстати, уже кушать хочу. Сколько всего нужно уничтожить? 7 сквидвардов. Хорошо. Иди сюда, я с тобой разберусь. Не уплывай от меня, не уплывай от своих проблем. Максимально вообще некомфортно передвигаться с таким голодом. Надо хотя бы рыбку что ли скушать. Во, скорости немножко прибавили. И давайте дальше расправляться. Ну и где еще один? Ну пожалуйста, ну дайте мне его. Давай, последний. Все, отлично. Поздравляю, ты разблокировал слот инвентаря. Теперь ты можешь дышать под водой. У меня пузырьки вообще не уходят. Нифига себе. Окей, я вас понял. Эта способность, в принципе, неплохая. Самое хорошее то, что мы разблокировали с вами еще один слот. И осталось всего лишь найти себе еще немножечко свинюшек. И тогда мы с вами сможем разблокировать вот этот слот. Где вы все? Я вас найду все равно. Вот вы где. Иди ты. И ты? Сколько мы там собрали? Уже 2 штучки, и здесь всего 6 уже. Все, в принципе, нам хватает. Я надеюсь, житель не против, если я разберу его домик. Мне нужен каменный век, мне нужен булыжник, я сделаю себе печку и буду жить-поживать, да добра наживать. Печка готова. Берем сырую свинину, закидываем сюда, закидываем доски, и остается только подождать и аппетит немножечко сено гулять. Надо все-таки еще 1000 блоков сейчас пройти, и мне кажется, у меня совершенно немного осталось. Пока там у нас с вами готовится, будем бегать, сжигать калории и открывать новые слоты. Инвентаря. Долго там еще бегать, а? Я что еще блоков по-любому уже прошел. Стоп, поздравляю, ты разблокировал левую руку. Тебе доступно быстрое передвижение по миру. Мне дали скорость 2 уровня и при этом на бесконечное время. Левая рука теперь у нас с вами свободна, поэтому мы, наверное, можем с вами сейчас что-нибудь забрать. Дубовые доски, в принципе, можно. Верстак, не знаю, пригодится, не пригодится. Ну, наверное, потом его тогда уже возьмем. Хотя, подождите-ка. Доски сюда, палки готовы. Делаем все топорик. И что у нас еще с вами есть по заданию? Скрафти коптильню, но как она у нас с вами делается?
делается. А, нам нужны с вами бревна, а также обычная печка. Слушайте, а почему бы нам с вами тогда прямо сейчас это не сделать? Просто берем сейчас наши бревна, забираем также печку и выкладываем такой крафт. Отлично, коптильня. Поздравляю, ты разблокировал слот инвентаря. Теперь доступно автоприготовление еды. Чего? Какое автоприготовление еды? Так, овечка, ты будешь у меня как тест-драйв. Отдавай свое мясо и... А, нет, ничего не произошло. О, вот, жареная баранина. И с коровками это тоже будет работать. Так, стейки... Тоже стейки есть. Нифига себе. Слушайте, а это очень даже полезно. Теперь нам с вами вообще не нужно запариваться насчет еды и приготавливать ее. У нас все с вами будет автоматически. Я, кстати, только сейчас заметил то, что я как бы не хочу кушать. А почему? Голем, я тебя видел. Иди-ка сюда, помоги мне. Давай, ударь меня. Спасибо. Давай еще раз. Понял. Так, проголодался, давай. Мне нужно еще 6 стейков съесть. Стой на месте. Сейчас я покушаю и подойду к тебе. Нам. Давай, последний стейк остался. Опа, поздравляю, ты разблокировал слот инвентаря. Теперь ты никогда не будешь голодным. Ага, нам дали насыщение. Ну, кстати, это в принципе даже очень неплохо. Какое у нас с вами еще и задание? Скрафтить плавильню. Плавильня, я знаю, как делается, но нам с вами потребуется железо, печка, а также гладкий камень. Окей, тогда мы с вами забираем наш верстачок и отправляемся на поиски. Хотя, подождите, нет, сначала мы с вами все-таки сделаем все нормальные инструменты. Каменные инструменты есть, забираем. Теперь бы нам с вами найти какую-нибудь шахту, но здесь я ее вообще не вижу. Здесь? Нет, здесь нету. Здесь нету. Здравствуйте, криперы, как у вас дела, как у вас настроение? Я понял, у вас все отлично. А вы не видели трех эндерменов случайно? Мне бы они сейчас пригодились. Опа, нужное как раз-таки количество железа, кажись, здесь есть. Отлично. Забираем все, что есть. Печка готова. Ставим тогда ее сюда, закидываем железо, пусть оно переплавляется, хотя у меня до сих пор уголька нету. Хе-хе-хе, уголечек, иди сюда. Теперь нам потребуется с вами еще немножко булыжника. Булыжник тоже нужно будет переплавить. И причем целых два раза. Железо забираем, закидываем сюда булыжник. Нужно всего лишь 3 гладких камня. Окей. По сути, у меня уже практически все есть. Ну-ка, все, теперь точно все есть. Плавильня. Делаем крафт, и у нас ими открывается новый слот. Поздравляю, ты разблокировал слот инвентаря. Тебе доступна автопереплавка. Подождите, то есть вы хотите сказать то, что если я вот это, например, добуду, то все переплавится? Да. Переплавляются медные слитки. Подождите-ка, а если я все-таки возьму, например, железо? Вот, например, мы с вами добываем вот это железо, получаем, и сразу оно переплавляется. А вот это вот прям очень-очень полезно. Нам теперь с вами вообще не нужно тратить время на какие-то печки, что-то готовить, что-то переплавлять. У нас с вами все это происходит прямо в инвентаре. Главное, чтобы я не переплавлял что-то реально полезное, что не нужно переплавлять. Ту же самую кирку, топор и так далее. Этот булыжник нам не нужен. Да и, в принципе, все эти каменные инструменты тоже. Давайте сделаем все нормальные железные. О, небольшая прогрессия уже есть. Следующее самое простое задание, это, наверное, заполучить 18 ТНТ. И довольно-таки легко это будет сделать. Нам всего лишь нужно будет найти 2 пустынные пирамиды. Не, ну в принципе это реально легко сделать. Нащёл тебя, моя маленькая, иди сюда. О, нифига себе паркур. Как же хорошо, что я теперь хотя бы не буду получать урон от падения. Вообще замечательно. Так, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего. Ладно, тогда заберу только динамит. Ух ты ж, а вот как раз таки тот самый момент, когда надо сделать нормальный выбор. ТНТ это то, что мне нужно. Походу придется таким образом сейчас прокапывать себе путь наружу. Остается еще одна пустынная пирамида, но где она находится, ну, никто не знает. Нужно просто дальше бежать и искать. И последнее, давай забирай ТНТ, весь ТНТ забираем, забираем, забираем. Все, отлично! Поздравляю, ты разблокировал слот инвентаря. Теперь ты можешь взрывать всех мобов. Во, окей, предположим. Кстати, здесь есть... Опа, есть алмаз. Если есть алмаз, значит нет никаких проблем. Блин, золотое яблоко, но оно нам не нужно, по сути. Железо еще заберем. Да, больше ничего полезного нету. Но я бы сейчас хотел проверить нашу способность взрывать всех остальных мобов. И нужно выбраться теперь отсюда, да ё-моё. Вот, например, есть кролик. Есть кролик, нет кролика. Я понял, это все реально работает. Здравствуйте, поборники, как у вас дела, как у вас настроение? Я понял, бомбезно. Еще кто-нибудь есть? Понял. О, тихо, а почему он не взорвался? О, сейчас отлично. И вы тоже. Здравствуйте, Алай, как вы там поживаете?
бомбезная, я понял. И здесь опять же ничего полезного нету. Окей, давайте смотреть, какие у нас с вами дальше есть задания. Уничтожь 3 эндермена, добыть 9 алмазов и отправься в ад. В принципе, я хочу тогда сейчас справиться с достижением добыть 9 алмазов. И в принципе, это будет довольно-таки легко, и можно будет закомбинировать с эндерменами. Ай-яй-яй, какие плохие мальчики здесь. До свидания. До свидания. До свидания. О, здесь, кстати, заброшенная шахта. Может, нам повезет и алмазы здесь заодно найдем. Привет, вагонетка. Пока, вагонетка. Привет, вагонетка. Пока, вагонетка. Здесь ничего нету. Ну, может, здесь хотя бы. До свидания. Дерменов не вижу. Алмазов не вижу. Вижу один алмазик. Один, конечно, это очень мало, но у нас с вами нет другого выбора. Либо его добываем, либо никакой. Ух, я уж побоялся, что в лаву упадет. Нифига себе! Это же кости динозавров, да? Или останки? Как это там называется? Так или иначе, мне очень сильно повезло. В этой кости прям алмазик образовался. Спасибо, забрали. Еще алмазы. 5, 6, 7, 8. Блин, одного не хватает. Окей, не повезло. Так, эндермен. О, есть. О, нифига себе, вы видели, там сразу 3 появилось. Вот, бежит. Стоп, стоп, на меня сразу двое, на меня сразу двое. Так, окей. Все, отлично. Поздравляю, ты разблокировал слот инвентаря. Тебе доступна телепортация туда, куда ты смотришь. В смысле? А... Нифига. Понял, реально работает. Стоп, я видел где-то здесь алмаз. А, вот здесь, да-да-да, я видел алмаз. Тихо, дайте мне его забрать, вы обалдели. Все, отлично. Поздравляю, ты разблокировал слот инвентаря. Тебе доступна конвертация руды. Чего? Нифига себе. Подождите, железо... Железо сразу конвертировалось. Это тоже конвертировалось, нифига. Подождите, я же ниже еще видел один алмаз. Нифига себе. Сколько здесь еще 2 алмазных блока, нифига себе. Это мне еще пригодится, я сделаю себе алмазную броню. Переделываем алмазы и делаем себе броню наконец-таки. Не забываем про ботинки, не забываем про штаны. И у меня нету бревен. Спасибо, я не смогу сделать тогда то, что мне нужно. Хотя подождите, есть одна идея, которую мы можем с вами сделать. Нужно, во-первых, построить портал в ад. А сделать это будет довольно-таки легко. Хорошо, делаем себе одно ведерко. Портал достроен, и все. Нам, получается, нужно найти только с вами ремень, и все у нас с вами будет готово. Вот, один забираем. Так, и, пожалуйста, пусть сразу выпадет, сразу выпадет. Нет. Я чего, о многом прошу, ну, пожалуйста. О, спасибо. Объединяем с железом, огнево готово. Поджигаем наш портал и отправляемся в ад. Поздравляю, ты разблокировал слот инвентаря. Ты можешь, все ты можешь, главное стараться. Так, мы с вами разблокировали весь хот-бар. Ну, а что нужно для разблокировки всех остальных слотов? Чтобы разблокировать слот, нужно набрать 10 тысяч лайков. И вы посмотрите, все здесь на этом завязано. Похоже, нас ждет с вами продолжение. Но сначала нужно брать 10 тысяч лайков. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акакий. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова!